Да, здравствуйте, Игнатий Шмирван. Я себя не вижу. Вы меня видите, нет? Вас не видно что-то. А у Посмотрите что-то. меня с чем? Так, что-то вот сейчас посмотрю. Вот сейчас Тоже не вот сейчас видно. Надо подняться появилась. выше. Выше, чтобы голова Сейчас была. Вот попробую. так. И маленько отстраните, чтобы у вас все нормально будет. Подальше. Звук хороший. Да, ближе к микрофону, чтобы хорошо слышно было. Микрофон как-то к А. себе. У меня сейчас просто настроена камера. Ну да, Сделали а как не есть? на ноутбуке, а это к компьютеру прикрепили. Мы вчера скинули ролики, я не знаю, почему не пришли. Дети бы смогут, я-то сейчас не смогу повторить. Вот. Просто у нас сейчас начался пост, у меня были большие искушения. Тут все разболелись, разъехались, кто где. И не получилось собрать, да? Но мы с Татьяной, с сестрой, ходили в больницу. Я хотела просто немножко благовестие сказать. Вот. Очень, конечно, Господь помогает, но снять ролик там не получилось. Конечно, не всегда люди расположены, не всегда получается. Одно воскресенье мы с ней пошли, мне очень понравилось. Попалась цыганская семья, они приходили посещать больных. Ну, как-то так спонтанно вышло. Я что-то вышла, Евангелие стала предлагать, разговорились. Там была, значит, пара молодая, муж, жена, двое детей и мама их. Вот, интересно, когда стал с ними разговаривать, они показали, что крест, крестится, все, да, про Евангелие, и говорят, что их сейчас посещают еговисты, и говорят, почему-то вот у нас они знают, вроде на все вопросы могут ответить, а как в храм придешь, священникам всегда некогда, некогда. И также он говорит, вот этот цыган, что якобы у них очень много православных, которые ушли. Ну, пришлось им тут говорить, конечно, объяснять, что они не церковь, и почему так происходит у них, у нас. Вот, многое объяснила, потом выяснилось, что они, оказываются, то есть вот этот цыган во втором браке, ну, как-то я в процессе решила спросить, пока разговор шел, и жена после второго брака, они, оказывается, не венчаны, но я им сказала, что нельзя причащаться, раз они не венчаны. Вот. Ну, у нас, получается, есть здесь один храм на верхней террасе, и там цыган очень много живут, и я сколько раз ездила, и раньше это наш самый первый храм, где я начинала ходить, там цыганские семьи, они постоянно ходят, постоянно причащаются. И маленькие дети, вот мамочки ходят иногда, и семьями ходят. Потом я, когда к родителям раньше ездила в деревню, у нас тоже есть там храм, и там цыганская семья тоже всегда приходила. Мне очень интересно было смотреть, вот удивительно, если цыганские семьи ходят, то у них все, значит, и родители, и бабушки, и дети по сравнению с нами, а у нас вечно как-то по одному, чтобы семьями ходили, это очень мало. Вот, но вот так Господь дает, помогает. В прошлое воскресенье тоже я уже ходила, но одна. Вот, а в это воскресенье тоже у меня Татьяна заболела. Везде, конечно, по-разному принимать. Сейчас у нас там еще как бы после гриппа карантин очень долго был. И не везде в палатах пускают, как бы еще вирус идет. Я сама тут 3 раза вот переболела. Вот. И в мужские палаты захожу, Евангелие. Но они, говорят, мы уже читали, видать, раньше, которые мы раздавали. Но некоторые уже читать не хотят, ну, особенно мужчины. Ну, где-то приходится благословлять, где-то не получается, где-то не принимают. В одной палате вот начала одним говорить, а сзади бабулька что-то начала возмущаться. Освободите палату, пришлось выйти. Ну, понятно, что люди всегда разные. Вчера мы вот с Татьяной как раз получилось так, но я не знала, я только потом узнала, что она причащалась, я тоже причащалась. Нина Николаевна тоже вчера причащалась, но она тут заболела, сейчас она из лавки пока ушла, работать не может. Там какие-то у нее ситуация какая-то сложная со здоровьем. Вот. И мне Господь положил на сердце. Я думаю, дома я не смогла пока собрать, потому что сейчас и часть людей не могут. И, во-вторых, у меня дочь сейчас вот собирается, она в Казань хочет ехать на операцию. Тут и анализы все прошла, сложно все это, с работы уволилась, не там сложное заболевание такое. И не хотелось, чтобы, поскольку все равно еще вирус ходит, чтобы мало ли, чтобы она уехала здоровой, чтобы мы ее проводили. И вчера мне Господь положил на сердце, я говорю, Татьяне звоню, Татьяна, пока раз мы не можем собраться, давай-ка мы пойдем с тобой раздавать Евангелие. У меня как-то давно было желание пойти где-то у нас центральный проспект, чтобы там возле магазинов у нас рынок, народу очень много, вчера погода хорошая, солнечная, вот раздавать Евангелие. Ну, получилось так, что мало, конечно. Если, например, я в больницу ездил, ну, там на маршрутке, если, на семиэтажное здание, там на 7-й этаж подниматься, я беру Евангелие с собой, конечно, немного. Ну, как бы тяжеловато мне.
на 7-й этаж подниматься. Ей вчера, получается, в общей сложности мы 33 Евангелия только раздали. Вот. Здесь я пошла тоже минут 20, если мне идти, например, до Татьяны, пока я дошла, но у меня было всего пока 15 Евангелий. И вот где-то за 31 минуту, два раза мы там, если скинем вам два ролика, Татьяна снимала, правда, я что-то забыла ее саму-то снять-то. Она немножко, правда, там руки не трясутся, я говорю, Татьяна, ты счет как-то это, почему так снимал-то плохо? Она, да вот, я в сумку что-то полезла. Я говорю, ну, дело Божие, говорю, с небрежением нельзя делать. Учись, говорю, оператор, он хорошо снимает. Вот. Но за 31 минуту всего 14 Евангелий. Берут, конечно, очень плохо. Многие принимают, скорее всего, за сектантку, это однозначно. Либо молча проходят, ну, разные фразы говорят. Одна попала женщина, вообще интересно. До этого, оказывается, я ей давала. Только я ей спросила в больнице, где с этим красным Евангелием. Я ей дала, но она приходит в храм, в лавке и спрашивает. Вот мне одна женщина дала Евангелие, как, мол, быть-то с ним? А они говорят, да, да, она сказала, что она в храм ходит. А они говорят, там мне отвечают, да, в храм там много, мало ли кто ходит. Чего вы, говорит, берете у всех подряд-то, с улицы вроде бы нельзя брать. Ну, она что-то усомнилась, я это Евангелие отдала другой женщине. А вчера я ей опять показываю, объясняю, да вы, ну, почему послушали-то, там священников почему не спросили. Там же есть благословение, я же показываю, это же не от меня зависит. Это же святое Евангелие. Ну, объяснила я, она, ну ладно, понятно. Вот. Все равно еще люди привыкли так, что когда даешь, они все-таки думают, что платно. Все стараются, норовят деньги дать. Я им по несколько раз говорю, в подарок, бесплатно. Нет, что-то странно, подозрительно, не может быть. Ну вот, берут все-таки. Я еще, ну, ролики, если придут, посмотрите. Вот, мы сегодня тогда у меня дети еще раз скинут вечером, сама-то я не умею отправлять. Я вам просто хотела сейчас немножко несколько вопросов задать разных. Тут у меня до этого Геннадий, он хотел узнать, что такое домострой. Но если вот коротко как-то, пока она с него начну, если вы скажете, Господи, благослови. Он меня как-то спросил, я вам адресую вопрос. То ли он книгу увидел, можно читать, не можно, какая там польза от этого. Вас интересует книга «Домострой»? А, это вот Геннадий, который ко мне приходили, а, вот, он просто... приписывает священнику Сильвестру. Но для ведения хозяйства книга-то хорошая. Как, чтобы ничего не пропало, как сохранить. Он дает настоящий совет. А по рассмотрению во свете Библии, там рассматривать нечего. Главный вопрос понятен, как Владимир Мономах давал наказ. Живите дружно, любите друг друга, в этом все. А пьянство, говорит, научит всему худому. А что не знал, знал, то забыл. Простые, понятные истины. Они подтверждаются Писанием. Конечно, там есть строгость, которая считает, что это не свойственно по Евангелию. Ну, кому как. Мне, например, там, я считаю, мне все подходит. Потому что я ничего там нового для себя не нахожу. Мы именно это все и делали уже. Там как уже приобретенное сохранить, что должно быть у тебя. Ну, у нас, видишь, какой порядок, правил. А правил нет, это человек никчемный, у него ничего нету. Он так, как перекати поле. Я как-то образовывал разные библиотеки. В каждой библиотеке был домострой. Я их сразу закупил, патриархии много. Отдельно Златоуст, и все вместе это библиотечка. Эти библиотечки подарил в 13 мест. Мне помогли, я был в Америке, выступал, и там дали, у меня деньги были. Так вот. Спасибо, Христос. Игнат Тихонович, меня, знаете, что в последнее время смущает? У нас где-то перед началом строгого поста, как-то я пришла, у нас храм двухпрестольный, и, значит, иконостас на одном престоле полностью убрали, и получается, что престол открытый. Вот я так думаю, что они, наверное, заказали новый, потому что у нас там в честь святителя Николы, он иконостас был, святитель Николая, а сейчас они, слышу, поминают, хотят, значит, престол сделать в честь блаженной Матроны Московской. И, ну, пока, я так думаю, они, наверное, новый хотят привезти иконостас. Но только меня смущает, почему они хотя бы не закрыли шторой от народа, или клеенкой, или чем-то, то есть полностью открыто. И у меня тут одна сестра говорит... Ну, она там ближе стоит, она, я замечаю, что, ну, видать, она знает, что литургия, у нас по воскресеньям две литургии служатся там 7-9 часов, и две литургии на одном престоле нельзя. Но она говорит, я смотрю, что они не на одном престоле делают, а из соседнего престола приносят.
То есть, чтобы две литургии на одном престоле не делать. На двух. А вот если в этом грех нет, почему они не закрыли? Вот от народа. Надо спрашивать их, я как могу знать? Кто это сделал, да? Того и спросить. Так, заочно-то как можно что сказать-то? А почему прямо не подойти, не спросить, кто выносил, как это было, если это нужно? Спаси Христос, понятно. Да, я никакого значения этому не придаю, поэтому даже и вопрос не задавал бы. Вынесли, да и вынесли. К спасению это никак не относится. Тем более я даже имею право ходить в алтарь, я никогда не захожу. Для меня это другая область, в которой я никакого отношения не имею. У нас, кстати, тут, сколько, не знаю, 5, что ли, священников служит. И вот один изо всех, который, кстати, уже, ну, давно, я как-то давал несколько визитки. И одна приносила, ему показывала, он тогда не благословил ее смотреть. Но я думаю, он сам заходил по визитке, видел, наверное. Потому что вот, почему я так думаю, именно он изо всех сейчас выносит Евангелие, читает лицом к народу. Но он у нас такой батюшка грантный, воскресную школу везет, и много он где чем занимается. И вот все священники читают спиной, да, или в алтаре, а именно он выходит и читает лицом к народу. Вот это такая заметка небольшая. И еще я хотела спросить сейчас. А, вот у меня спрашивала одна женщина на работе. Обычно бывает такое, много спрашивают. Сейчас вот строгий пост, там годину, 40 дней, если попало, как поминать? Они, можно ли на день или несколько дней раньше дня смерти или позже? Никакого значения это не имеет совершенно. Ни раньше, ни позже. Когда можешь, тогда и помолись. А то мы себя связываем путами, которые нам никто не давал даже. Нету, это умалчивается. И тогда этот вопрос вообще ответа никакого нет. То есть это безразлично. А мы молимся через год, через два, через 10 лет. Какая разница? У меня родителей 30 лет нет, а я все равно молюсь. А которые дяди погибли на фронте, 70 лет, я все равно молюсь. Это чувство любви, неприходящее. Я вот тоже говорю, у меня несколько вопросов возникает. У нас всегда как бы такой, люди усиленно почему-то считают, что именно когда родительские, то все бегут в храм, нужно заказывать, обязательно стоять. Ну, раньше я, конечно, тоже принимала участие, но сейчас немножко смотрю по-другому. Тут, как говорится, нужно расставить свои приоритеты, что важнее, да? Я говорю, что об усопших своих, например, я молюсь каждый день. Если я их и поминаю и на утренний, когда псалтырь читаю, то я думаю, это и хорошо, и полезно. И, например, брат мне родной иногда звонит, и всегда он помнит даты, кто когда умер. И как бы мне указывает, вот, ты не помнишь, а сегодня день того-то, день того-то. Я говорю, да я дней не наблюдаю, я все равно на них каждый день молюсь. Ну, то есть, получается, для него это важнее, для людей так, для многих тоже важнее. И вот мне говорят, сегодня родительский, ты пойдешь или нет? А я им как бы отвечаю, по заповеди 6 дней работы, 7 день Господу. Для меня, говорю, это важнее. Ну, а ходить я не всегда могу, потому что у меня работа физическая, я работаю, и везде успеть я, конечно, чисто физически не могу. Поэтому, я думаю, важнее каждый день их молиться, поминать вот. Вот поэтому и у людей такие много вопросов возникают. Они меня часто спрашивают, как, чего отмечать вот именно эти. Сами, если, например, они посты не соблюдают, но обязательно хотят поминать как вот по-церковному, чтобы все это было обязательно именно так. Я еще, наверное, повторюсь, хочу задать вопрос. У меня, слышу я во время литургии, перед причастием, опять читаю, значит, молитву, в оставлении грехов, то есть когда святые таинства выносятся перед святым таинством, то есть они приписывают им восставление грехов. Есть ли подтверждение этому в Библии? То есть опять у меня вот нет, этот... Нет, ни одного подтверждения нету. Но раз так считает, пусть считает, вреда никакого нету. Тут надо понимать, насколько это важно. Прощение, покаяние дается, а это для жизни, чтобы в нас была жизнь обновленная, уже прощенным. Почему исповедь сейчас покушается вообще исповедь отменить? Уже пишут в России, исповедь полностью отменили. Приходи, причащайся. То есть полная дискредитация крещения, это причащение.
Ну, пускай так и делают, что они хотят делать, а мы будем исповедоваться и причащаться, как положено. Ну, а как они отменят? Это же таинство, которое, 7 таинств церкви, это же установлено святыми отцами соборами. Как они могут отменить, интересно? Все отменяют. Как? Книга правил, оттуда правила апостола Павла, 18 правил выкинули. Вообще нету, даже священники не знают. Недавно я знакомил их. И так такие правила, которые говорят, что мирянин любой должен проповедовать, если живет чисто и знает Писание. А ссылаться на то, что тебе нельзя проповедовать, это неправильно. Вот, да, вчера отвлекусь. Интересный был момент, но мы, конечно, уже не засняли, мы отключили видеокамеру-то. Когда мы раздали книги и подошли, на лавочке одна бабулька сидела, у нас последний Евангелие осталось, мы тут стали с ней разговаривать, она нас принимала очень хорошо, но вроде бы хотела взять, но не взяла, потому что рядом сидела женщина и начала возмущаться. Я так понимаю, что всегда какой-то вот этот стадный инстинкт у них присутствует. Если толпа берет один, берут все, если один не берет, то все не берут. Это да, я замечала такое. Вот. И тут, получается, женщина повернулась и говорит: «А вы от какого представительства? У вас должно быть разрешение. Вы откуда?» Я говорю: «Наш представительство на небе, а у меня, говорю, есть благословение духовника. А вы, говорю, хотите что, испытать мою веру, проверить?» Я говорю: «Да, по Евангелию вы имеете право. Я могу вам сказать о своей вере. Я вот ей показываю: во имя Отца и Сына Святаго Духа, аминь. Я православная христианка, я крещусь. Я соблюдаю посты. Среду, пятницу, строгие, ну, то есть все 4 поста. Сейчас вот строгие у нас, вчера крестопоклонные. Как только я говорила о постах, она тут же отвернулась, рот закрыла, ей сказать нечего. Но враг не оставляет. Я, значит, хотела продолжить, говорю: «Ну, тут кроме постов». Вдруг она поворачивается и говорит: «А где вы работаете?» Я говорю: «Ну, а работать-то вам зачем? Мы же говорим о вере». Ну, тут она опять замолчала, ей сказать нечего. Ну, мы с сестрой пошли, нам, конечно, смешно стало. Видите, люди, как? Если мы раздаем Евангелие, с благословения уже, говорю, и патриарха, то есть они написанным не верят, им это уже ничего не значит, то, что там благословение патриарха Кирилла. А я ей прямо говорю, что вот православную акцию мы раздаем. Нет, люди сомневаются, все равно не воспринимают. Вот так вот. Да, сейчас еще хотел... Везде одинаково, точно так же и у нас. Вот. Еще я хотела спросить вопрос. Просто у меня с Татьяной иногда возникает... Ну, она часто сомневается, и мне приходится как бы... Я, наверное, больше вас смотрю, больше читаю, мне как-то больше времени, что ли. А у нее как-то меньше времени на это, и у нее больше соблазнов возникает. И поэтому приходится всегда ей убеждать в каких-то вопросах. Она у меня вот тоже спрашивает, опять вот к причастию часто ходит. Вот. Я ей объясняю, что это же только для жизни. Вот. И теперь вопрос опять. Помазание. Вечером, когда в субботу, бывает, что оно дает? Вот священники вечером освященным маслом помазают. Ну. Вот вопрос, что оно, для чего? Это же не таинство. Благословение, преподают благословение, это же не таинство. Благословение, как поцелуй. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Напоминает нам о помазании, что мы же христиане, это означает помазанное, переводится. И это еще раз нам напоминает о нашем христианстве. Ничего там нет, если ты даже не подходил, никакой беды нету. Вот так. Я вот тоже поняла, Игнат Тихонович, как говорится, где Дух Святой, там свобода. У меня просто было такое иногда, что я чувствую, что я могу не подходить. Вот. Когда подхожу, когда нет. То есть я себя сейчас этим не связываю, так как я раньше, например, делала. Сегодня даже это я буквально вспомнила. Ну вот у всех новоначальных у нас же было такое, да я когда сама ездила по святым местам, все мы вот эти вот, везде, где любые святые места, где-то камушки собирали, где-то песок, где-то земелька, где-то листики. Вот это столько всего накопилось, и все прям в этом что-то прям почитают как бы основное что-то. У нас вот опять привезли мощи, и меня тоже вчера звонят, и многие спрашивают: «А ты была? А ты была?» Я говорю: «Да я причастила святых Христовых таинств, это выше всего». Я говорю: «Я причастилась, что еще?» Я уже, говорю, 10 лет я ездила, людей водила, я везде была. Ну, везде-то я не успею. Будет время, я буду в храм, я, конечно, подойду. Но ради того вертаться идти опять, я же уже на службе была. Тем более сейчас я считаю, что все-таки благовестие и, да, вот раздача Евангелия – это важнее. Бывает, и вот на работе тоже у нас новенький человек пришел, одна женщина,
Я отдала ей свои стихи, она стала читать, я ей спрашиваю, ну как? Она говорит, ой, тяжело идет. Я говорю, а что тяжело? Они такие простые. Я говорю, проще моих, наверное, вообще нет стихов. Она говорит, ничего не понимаю, мне больше нравится немножко, ну как бы земные, что ли, а не о небесном. Потом неделя прошла, пошла вторая, она никак, она все опять читает, и она говорит, мне тяжело. Вот, тяжело с народом, когда люди, да и в церковь не ходят. Она говорит, как бы священник же говорит, можно без храма. Ну, это уже она, конечно, прибавила, перепутала. Скорее всего, это она Ертиков кого-то слышала. Священники вряд ли это могли сказать. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский говорил, вырви из сознания людей Евангелие, и на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь, никакими мощами. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов и никогда не спорьте. Где есть, подошла потихоньку, приложилась и отошла. Ну не мертвецами же заниматься, откуда они взяли-то? Это даже говорить не о чем совершенно. Живой Христос, что ищете живого среди мертвых? А тут только одно, там мощи, здесь мощи. А где Христос? Христа-то нет нигде. Тут Матрона, там еще найдут Ксения, юродивая. А где Христос? Живого Христа не знает, и поэтому мечется так. Пытается эту смертельную рану закрыть чем-то, где сатана пробил брешь. Евангелие все покрывает. Любовь ко Христу. И он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Ни по мощам нигде не упоминает, никогда, ни разу, нигде. Они говорят, а вот там Елисей воскрес. Я говорю, дальше рассуждайте. Воскрес, к нему что? Если он воскрес, дальше-то что было? К нему туда делегации какие-то шли. Почему больше никто не воскресает? А прошло 2500 лет, и никто не воскресает. Это был единственный случай, который прямо показывал, что человек был святой, потому что терпел тоже преследование, издевательство. Да ничего больше нету в этом. И враги больше ничего не сделали. Они к этому месту не написано, что приходили. С мощами Елисея никто не ездил. Их нигде в мире нету. Нету. Которые вот так начинали там лишнее, то они просто исчезали. Находился кто-то, который устранял это все. Живого Бога не знают, и с них спрашивать нечего. Природа не терпит пустоты. Раз Христа нету, поэтому люди думают, ага, я знаю, вот отпевать, когда он родился, когда крестился, а зачем это знать, голову забивать? Ты изучи Евангелие и, говоря с человеком, подтверди, книга такая, глава такая, стих такой. Там будет видно, что голова твоя работает на живое. А они этого не знают, с ними разговаривать не надо, отойди в сторону. Они достойны того, что избрали. И душа их о большем не тоскует. И весь на этом ответ. Никогда не вступай с ними ни в полемику, ни в ответы. А ты сколько получаешь, какая работа у тебя, сколько детей, сколько мужей. Это у колодца кумушки разговаривают так, у них больше ничего нету. Скажи, я встретила Христа, он жених моей души. Все на этом, спрашивай о нем, я тебе отвечу. Не тратьте время на это, не повторяйте даже. Это не надо, это не наша область. Нам Господь это открыл. Мы должны эту радостную весть о воскресении Христа понести по всему миру. Вот я позавчера, 4 ролика из этой выставил из рулетки. Вот сегодня только 4. Это беседы с разными людьми, с мусульманами. Посмотри, как беседа идет. Любому. А у них-то ничего нету, с кем они будут беседовать. Они нигде не могут выйти победителями, потому что они пленены вещами. Вещами. Икона, мощи. Ну, в Новом Завете. Первый Стефан первомученик. Первомученик. Еще все в церкви целое. И что? Мужи благоговейно похоронили его. Похоронили, не стали резать на части. Не стали канонизировать. Ну, маленько-то смотрите. Это не только о нем, а это везде было так. Даже последнее, Еноха и Илия, антихрист-паразит, и будут лежать на улицах трупы их, трупы называются. Мощи – это трупы, они боятся. Трупы, я говорю, на небе явится Христос, где труп соберутся орлы. Свое явление он называет трупом, они нет. Мощи – это труп, трупопоклонники. Я говорю не о мощах просто так, а они пленены этим. Кости везут, это торгаши, греки все понавезли, чемоданами кости везут. Продают, а чьи кости не знают. Зачем мне эта кость нужна, когда я знаю живого Христа? Я перед ним предстаю.
Я прошу, и он отвечает. А это кость мертвая, еще она и ответит-то. А вот Макарий великий, Макарий за это ответит. Это его биография. Я туда не пойду. Зачем, когда люди мертвые вокруг, им надо о Христе весть нести. Благую весть. Вот на крестный ход только мы ходили, не крестный, ну да, на крещение. Мы раздали 450 Евангелий. 450! Это же каждому человеку надо подойти, чтобы он согласился, взял. А считать, может быть, один из десяти будет. Но в доме есть у него то, через что он может найти путь в трудный момент. Нам не надо требовать от Бога. Вот я сегодня посеял, чтобы к вечеру урожай был. Ложимся, спим, колос набирает силу, зелень. Ну, как притча-то говорится. Вот так. Будь спокойно, никогда не расстраивай себя ничем. Не такие они. Это их участь, они это избрали. Ты говори о Христе, больше не о чем нам говорить. Христос наш Спаситель. И весь сказ. Вот дальше о чем спрашивать и книги. Книги можно читать какие, но они никак не могут встать впереди Евангелия. Я должен во свете Библии все рассматривать. Я подумал, а почему вам не издать свои? Я бы вам выслал вот нашу визитку. И вы нам по ней могли бы пойти там в типографии издать. Вы к каждому Евангелию прилагаете, с кем разговариваете. Вы выведете на наши ресурсы. Они тут все будут иметь. И сайт, и книги, и все. В наши дают Евангелие, и в каждую вкладывают визитку. Ну, я вчера раздавала, когда, да, визитку вкладывала, давала. Ну, я вам скину сюда, а вы ее отсюда возьмете, себе скачаете, кого-то попросите. И пойдите в типографию, узнайте. У нас они обходятся 33 копейки. Вы примерно знаете. Но это когда издается, там, 1006. Мы много раздаем, много, и поэтому жизнь поддерживается, люди находят ответы. Евангелие взял, положил, а люди сегодня любят в интернете. А у нас 14 500 роликов. Это же не просто так. Они сразу найдут, может быть, для себя что-то нужное им. Я вам скину. Да, может, это... Скину, да. Да. Но... А может те, быть... которые ходят... Да. В моем мире... Я хотел сказать, те, как... В моем мире Mail.ru, там удобно скидывать. А может здесь даже. Я хотела сказать, вот когда, например, это, в больнице хожу, раздаю Евангелие, и что интересно, иногда спрашивают молитвословы. То есть Евангелие их мало интересует. Если есть, то, конечно, они мало читают. Некоторые говорят, никак не можем читать. То есть им нужно больше молитвослов. Или вообще там один про ангелов спрашивал. Я говорю, знаете, книг-то очень много всяких. В лавку пойдешь, там столько всяких книг, но это, говорю, самая основная книга, по которой мы будем судиться. Я вот говорю, в последнее время так интересно, говорю, никогда не думала, что если я вдруг не благовествую или что-то не сделаю ради Христа, появляется скорбь. И так интересно, даже вот буквально на днях, я думаю, соберу людей или не соберу, как Бог даст. Как вы говорите, Геннадий Тихонович, вам проповедь снилась во сне, так и мне снится во сне. Вроде я собрала людей, значит, пришли они у меня, я их снимаю и сдала им тему. Ну, давайте расскажите каждый, какое, значит, вы отношение имеете, ваша душа к вере. Одна женщина вроде говорит, и о вере ничего ни разу не сказала. И потом я вдруг и говорю, я говорю, а вера откуда? Послание Римлянам 6.23, ой, послание Римлянам 10.17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это я во сне так говорю дословно, и от этого просыпаюсь. Думаю, ну надо же, уже даже во сне собираю, проповедую, и Евангелие говорю, и проснулся от этого. А до этого тоже слушала, я как-то попала на... Вышел ролик сейчас миссионера Олега Синяева. Кстати, у него тоже Красный Евангелие на столе лежало. Он тут читал Ветхий Завет с толкованием. Мне понравилось, я немного послушала, но у меня так работает воображение, что мне такой сон приснился. Я всем рассказываю, это вообще, говорю, воображение это что-то. Видела море, тишина, и впереди, значит, ну, может быть, полкилометра храм, собор, такой комплекс, и к нему деревянные мостки и две, значит, как перекладины, вот такие, за которые можно держаться. И море, тишина, тишина, такая гладь. А он такой красивый комплекс соборный, значит, много там храмов, какой он красивый. Ну как туда пройти-то? По этим мосткам пойдешь,
Но пока шторма нету. Говорю, сколько туда? Минут 20-30. Я во сне рассуждаю. Дойдешь. А если шторм пойдет, меня смоет же. Я не дойду. И появляется страх. Как туда попасть? А на правой стороне смотрю. Там интересно. Тоже на море, но уже мостков нету. И воздушная серая подушка такая вращающаяся. И стоит еще более красивый соборный комплекс. Много-много всяких храмов. Он еще красивее. И вот эта подушка такая вращающаяся. Я во сне смотрю. Так удивляюсь. Говорю, а туда уже вообще, говорю, не попадешь. Я говорю, что значит это все слушаешь, библейское, и все там даже во сне отражается, удивляешься. Видите, то звери приснится, то... Этой жизнью Господь птичка нас приготавливает к вечности, чтобы и переход наш был сносный. К чему мы привыкли? Мы привыкли, если к мощам, мы на небе мощи встретим, да нет, все живые. Понимаете, вот здесь мы привыкли к иконам, а там нет иконы. Там написано, и храма я не видел, Иоанн говорит. Храма нет, потому что храм сам Господь. Если наше тело названо храмом, тем более он. Но нам нужно себя как-то преобразовывать в то состояние, в котором мы хотим быть в вечности. Там будет то, что у нас сейчас здесь есть. Ничего там этого нету. Там будет один Христос, и все над всем, и во всем Бог. Ну, к этому-то надо как-то подходить. Нет, тут разные тряпочки, кости. Ну, прямо это... Пустота это не закроется нисколько. И вот какое, да на какое число, да где-то, да Богу нужны наши родословные, бесконечные, которые рождают споры. А зачем спорить? Ты иди благовествуй. Спорим мы долго где-то время проводим, потому что нечем заняться. А люди вокруг Христа не знают. Ты иди сей. Доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. А рядом вот страшное поле, не враг ли насеял там зло? Колючей, опасной травой, так густо оно заросло. Вот, мы в тернии находимся и начинаем еще лжемудрствовать. Вот они видели там это. Да ладно, видели это, а то и добавят к этому. Если креста нигде не видел, а вопрос снятый, даже и разговаривать не о чем. Мне сегодня только один сны. Сны, я говорю, трех родов. От Бога, от дьявола, от заботы, переедания. Вот и все. С нами, людям, которые Евангелие знают, им неинтересно и скучно. Они собирают. А на каком языке? Что интересно, вот у меня к истинному православию там есть о слове. Глава такая, что должно быть на русском. И сейчас уже митрополит, кажется, Алфеев, еще провели недавно где-то там, не знаю, в Вятке или где, полностью на русском языке богослужение. Архиерей провел. Ну, люди-то не понимают, столбами стоят. С любым сектантом только встретился и сразу ушел. Там все понятно. Он говорит и неправду, а понятно, хоть и неправду понятно. А тут вообще не знает, о чем речь идет. Столбы неотесанные. Знаете, хотел сказать, что забыл. У меня тут, может, неделю назад искушение было. Я тут наверх полезла. У меня там высоко достать. Детям купила стеклянный набор, хотела подарить. И сура не стала. Встала ногой на табуретку и, видать, соскользнула. Сура не стала, летела. Это что-то. Это весь у меня набор разбился. Я упала боком на руку, на ногу, конечно, сильно зашибла тазобедренную кость. Я думала, вообще можно было убиться, что-то сломать. Очень сильно упала на пол дома же. Но хочу сказать, слава тебе, Господи, Господь сохранил, даже синяка не было. Ну, а Татьяна-то тогда тоже, вот. Капустина Татьяна-то разбилась. Она тоже на стул полезла, упала рядом, это ребром упала, там столик стоит. Чего вы лезете куда? Я все наказываю, никуда не лазьте. Есть специальная какая-то там лесенка переносная. Табуретка встала наконец. И становится это на угол, но она опрокидывает, а опрокидывающий момент тяжесть перенеслась на другую сторону. Даже ни на чем вот так неумно поступают, а потом болеют. Ну, спаси Христос, Игнат Тихович, не буду вас задерживать. Помню всех. Нина Александровна Жулнерова, как она там, вот, поминаю, да. Что-то я не знаю, то ли продавать там хочет или чего, куда уехала, где ее в храм не пускали там. Мужа-то похоронила, она одна, да лежала сейчас в больнице. Татьяна Кузьминична там как вот, тоже. Так, тоже болеет, и как после операции еще не была в храме. Вот начну. У вас Володя сейчас где? А? Володя сейчас где? На работе? Володя сегодня тут сделал такое дело, я его
вечером придет, спрошу. Большой щит, большой здоровый щит деревянный стоял, делали горку. Ну и двоим не перенести, он тяжелый-то. Ну я жду, когда братья появятся. А он в окно показывает, смотри, пока я утром занимался, он один этот щит уронил, перенес и к стенке поставил. Я говорю, ты что делаешь? Я поднимать нельзя, сказали. Один. Я бы вот один даже и не подошел, не взялся. А он, маленькая такая тележечка маленькая, как-то на нее взгромоздил, и, ну и тронулся и подвез. Вот. Не убережешь. Ну, бывает такое. Я, например, торопышка в природе. Я вот помню, столовую, когда работала, а мне все надо быстро. Я не могу ждать. Я взяла большой бочонок и понесла одна. Это ждать мне, когда кто придет, я не могу ждать. Я вперед бегу. Вчера тоже с Татьяной идем. Татьяна говорит, я не могу с тобой бежать. Я говорю, да ну, догонишь, придешь, меня найдешь. Я не могу медленно ходить. Сейчас у меня в этом году интересно, у меня напротив окна воронье. Это как? Ворониха, как сказать-то, гнездо. Прошлогоднее, что интересно, сохранилось. Прошлый год они были напротив кухни, а сейчас напротив зала. Обычно гнезда, они как бы, ну, ветра у нас сильные, разоряются, а это прошлогоднее гнездо, старая квартира, оказалось, они въехали туда. А я все следил за ним, как они строят это гнездо, как они выводят, как они кормят перышки, таскают там пух всякий. Ну, цепляют-то, так интересно. Вот сейчас она у меня сидит, высиживает гнездо опять напротив. Да. Я говорю, смотришь на природу и детям своим рассказываю. Смотрите-ка, пока она, говорю, вдвоем строили, видно было, там помогали, носили, я его еще видела, ворона. А сейчас, говорю, как она сидит на яйцах, он куда-то исчез. Только, говорю, когда эти птенчики появятся, он, говорю, вернется. Ой, ну они смеются, конечно. Я говорю, от них можно многому поучиться. Да. Весь этот мир вот так вот устроен. Сейчас я... Ладно, спасибо. Найду квиток, вам скину. А вы сами сложитесь вместе, чтобы вам издать дешевле было. И вместе с Евангелием подавайте, и так отдельно выходите, раздавайте, рассказывайте, что приходили на наши ресурсы. Они тут там получат очень большую пользу. Там все, и Библия насчитана, и ну, все, что хочешь, на сайте зайдут, а там все указано. Единственное, что я могу предположить, если те, которые пойдут в храм, побегут к священникам, будут показывать, у нас же сразу бегут к священникам, а они запрещают. У нас, видите, как... Людям даешь, а люди к священникам. И все, и сразу. Сами-то не рассуждают же. Бывает и такое. Ну, на всю волю Божию, конечно, как. Это уже наше дело раздать, а там как. Мы сейчас ходили в краевую администрацию с Сергеем Губковым. И там я насчет музея такой-то, лагерь в музее-то. И там нашли, кто может заниматься. Татьяна и Тамара. Отдел такой. Помолитесь, помяните, чтобы Господь как-то сделал, чтобы официально оно было у меня зарегистрировано. Никак пока нет, потому что с землей что-то там, мне это необходимо. Татьяна и Тамара по музею. Я говорю, вы горшки разные собираете, осколки склеиваете, а это жизнь. Жизнь, как сделать так, как мы делали, чтобы детей-то и беспризорных, и всех дать им отдохнуть достойно. Спаси Христос, Игнатий. Все, с Богом. Давай. Да. Спаси Богом, Христос. Да, я а сейчас... вы знаете, это ваши ролики. Почему нет роликов-то? Нету. Да, вечером только они скинут, увидите. Ну, нет, нету. Я сегодня проверил еще раз, нигде нету. Сейчас я вам скину. Ой. Ну, минут, может, через пять я найду, где у меня документ, квиток, и я вам скину. Все. С Богом. Спаси Христос. Да.